Sıncık, скажем, Василий Абдраимович Барминда, представительство президента Украины, кроме татар милеты, оларға сөз беріңіз. Бисмиллахи рахмани рахим. Сағалу джимат. Наконец-то завершается эпоха 20-летнего топтания на месте. Наконец-то начались решаться самые жизненные, самые насущные проблемы крымско-татарского народа. Потому что земельный вопрос. Земля – это и есть родина. И если народ отлучен от этой земли, не имеет возможности ее получать, или как вы, 6 с лишним лет бились за нее, стоя на морозе и на холоде, тогда народ лишен будущего. И поэтому, когда наконец-то заработал совет представителей крымско-татарского народа, это произошло 30 января этого года, главную приоритетную задачу, которую перед нами поставил президент страны и крымское руководство, это решение земельного вопроса и прежде всего тех массивов, на которых образовались земельные протестные акции. В этих акциях на сегодняшний день сегодня задействованы более 12 тысяч семей. Мы не делим эти семьи на плохих крымских татар или хороших крымских татар. Наш подход. Все, кто сегодня задействован, зачислен и учтен, и те, которые имеют по закону право получить эту землю, они обязательно будут обеспечены землей. Это принципиальная позиция и президента страны, это принципиальная позиция руководства Крыма, это принципиальная позиция нас, Совета представителей крымско-татарского народа при президенте. И я абсолютно убежден, что сегодняшний день это будет вот той золотыми страницами отражен в истории крымско-татарского народа новой эпохи, как начало возрождения нации на своей родной земле. Потому что человек, который имеет землю, имеет крышу над головой, он только тогда может создавать семьи, рожать детей, воспитывать этих детей и развиваться в целом и каждый в отдельности. Я вас искренне поздравляю с сегодняшней маленькой, но такой нужной и важной победой. Слава Богу!